открыла Гера. Герусь, ну снег, ну куда ты, доча? Сейчас Калюня наверняка рванет. Оля в любую погоду побежит сейчас. Герусь, может, не пойдешь? Скорее бы пришла уже вот такая же капель, только весенняя. Капает, капает. Снег тает. Ну, давайте выпустим. Колю выпустим. Коль, пойдешь? Коля, Коля. Коля уже рвется, не может. Иди. Травку. Иди, Калюнь. Тарасик. Манюнь, пойдешь? Нет? Дома будешь? Сиди дома. Сиди дома уже. Как ты, Ксюшенька? Ксюшеньке уже получше все. Она уже сама кушает. Вчера вечером она уже сама покушала. Уже не надо было ее со шприца кормить. Вот и глазик уже открылся второй. Все. Что, Манюнь, так и пойдешь? Ну иди. Пойдешь, Мань? Манюня? Ой, как ты долго думаешь. Джерри! Вот морда хулиганская. Я думаю, что никто не выходит. Конечно, выйдешь тут. Все, выйдите потом сами через котиковые двери. Джерри! Лапу, лапу, груша. Севочка, Сева, ты мой золотой, мой ледёнок сладкий. Севка, ты мой зайчик. Папа когда-нибудь доделает вольер, наконец. Да, Герусь? Ну, пойдемте теперь этих выпустим. Все-таки солнышко. Ну, кто у нас сегодня первый? Все-таки Изольда. Ай, Изи. Может, домой? Изи. Изольда? Дальше у нас. Ай, Кузя. Ай, Кузяка, Кузяка. Кузяка. Все. Боря не решается. Нет, Боря решил не идти. Так и пошел. Борюсик. Боря, все осторожно выходят. Следующий, Мона, по-моему. Изи. Да, снег, да. Зима, зима. Кто там, Мона? Мона! Ладно, пусть там с очередью со своей сами разбираются. Ну иди же уже. Или не иди уже. Пойдемте дальше. Кузяка. Жан-Жак. Ай, мой сладкий. Плохо вагончики, которые с северной стороны. У них солнышко не светит зимой вообще. Куда ты, Бельчик, с такой скоростью? Куда ты? Вы хоть бы нос сначала высунули. Как это у вас там происходит? Носик сначала надо высунуть. Джерри! Да что такое? Что это за такое? Хулиган, ты посмотри, а? Тумбочка на ножках. Злый день. Сумоист. Давай, давай, чеши.